Для вас танцуют Светлана Власова и Роман Караченцев. Всегда элегантные, такие же красивые, элегантные цветы, как ваше платье. О, мастер комплиментов. Самое главное, что искренне, абсолютно искренне, правда. Очень, да, отдельные аплодисменты. Как красиво сегодня. Прям, ну что, за 7 лет точно есть что вспомнить. Собственно, с самого начала с нами, практически на всех балах, да. Ну, какие-то буквально единицы пропустили. А так всегда на наших балах и всегда, практически всегда номер, всегда красивый номер. Какой-то, может быть, особенно запомнился. Жень, да каждый раз, каждый номер как праздник, и вообще каждый день здесь проведенный это как праздник. Большое спасибо и вам, и школе за встречу с танго. Я уже это говорила не раз, и действительно это большое счастье найти себя в каком-то направлении танцевальном, развиваться в нем, выступать. Что касается платьев, у меня уже, по-моему, скоро будет целая коллекция танго-платьев. Вот. И на самом деле, ну, приходя сюда, ты себя открываешь не только в танцах, в общении с людьми, и это очень здорово. Спасибо. Спасибо вам. Кстати, а что вы делаете с вашими платьями после выступления? Хватит шутить так, а? Наш-то сегодня прямо... Ну, жжет прямо, а? Так, это я сжигаю свои. А что делает Светлана? Светлана, сейчас мы узнаем. Бережно храню до следующих выступлений. А,
Спасибо большое, Светлана. Очень понравилось, Ром. Спасибо огромное. Весь в блёстках. Это от Светланы или это сам такой? А, это такой материал, да? Хотел вас обнять, но тогда просто поцелую. Жене потом не объясню, понимаете? Вот это сложно будет объяснить, почему все в блёстках. Спасибо! Спасибо, аплодисменты!